Всем привет! Готовились к Черной пятнице? Мы тоже. В мире всю неделю нарастало безумие, поэтому самое время насладиться новостями о том, до чего нас довел капитализм. Присаживайтесь поудобнее. Поехали! Помните новость про 200 тысяч предзаказов новой киберпанковой Tesla от Илона Маска? Вы тоже можете сделать предзаказ всего за $100. Правда? Когда-то потом придется заплатить еще 40-60 тысяч долларов, но пиар есть пиар. Пуленепробиваемая тачка, похожая на металлическую коробку, так всех удивила, что в Лего даже сделали мем. Новый пикап Tesla будет готов только в 2021 году. Как раз есть время, чтобы начать копить. Пока кто-то только мечтает о Tesla, целеустремленные люди идут и зарабатывают прямо в Черную пятницу. Вот эта пара из Калифорнии, к примеру. Стивен потерял работу в компании по переработке мусора и не мог найти ничего нового. Его девушка говорит, что парень не промах и всегда может заработать. За день до традиционных распродаж они готовы занять место в очереди около любого супермаркета. Стоит такой сервис $50. Чтобы противостоять безумию, многие бренды просто закрывают магазины в день распродаж. Так поступает производитель косметики Dessy. Они призывают людей подумать о том, что мы покупаем кучу ненужной чепухи только из-за того, что товар продается по скидке. Вместо этого они предлагают покупателям скидку 23% на все товары в течение ноября и декабря, чтобы каждый мог обдумать покупку и выбрать нужное. А вот компания товаров для туризма Ray даже платит своим сотрудникам, чтобы они в этот день вылезли на природу вместо того, чтобы стоять в очередях. В этом году посыл немного изменился, и компания просит покупателей позаботиться об окружающей среде. Это все новости на сегодня. Не впадайте в безумие в Черную пятницу и покупайте только действительно нужные вещи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и жмите колокольчик, чтобы не пропустить, когда новую Теслу будут продавать по скидке.